Всем привет! В этом мастер-классе я покажу вам, как собрать нежные свадебные серьги, которые отлично дополнят комплект из браслета и веточки для волос. Ссылки на мастер-классы о том, как их сделать, вы найдете в описании. Я уже подготовила одну сережку для примера и теперь другую буду собирать снизу вверх, ориентируясь на готовую деталь. Итак, я беру 1 метр серебристой проволоки диаметром 4 мм. Складываю пополам, нанизываю мелкую кремовую жемчужину, довожу до середины и скручиваю проволоки 8 раз. Чуть ниже, слева и справа, скручиваю две маленькие веточки с жемчужинами. В одну из проволок провожу жемчужину и делаю 8 прокручиваний. Следующее ответвление будет состоять из 3 мелких бисерин. В конце я также добавляю крупную бисерину и докручиваю веточку. То же самое делаем и с другой стороны. Продолжаю добавлять ответвления с двух сторон. В процессе работы я все веточки сверяю с готовой деталью, чтобы все элементы были симметричны друг к другу. Завершаю веточку цветком с перламутровым отливом. Его нанизываю на одну из проволок, провожу в нее же жемчужину, после чего вывожу проволоку обратно. Нанизываю мелкую бисерину и снова вывожу проволоку в середину цветка. Аналогичным образом закрепляю в центре цветка еще 2 жемчужины. С обратной стороны цветка я буду делать петельку из бусин для того, чтобы потом прикрепить на нее швензу. Итак, нанизываю сразу на 2 проволоки 6 мелких жемчужин. Делаю несколько тугих прокручиваний и срезаю оставшиеся проволоки. Последний этап – крепление швензы к петельке, и наши серьги готовы. На создание таких сережек вы потратите не более часа. Советую также попробовать сделать их в золотом варианте, использовать другие бусины или даже поменять высоту изделия. Это было все на сегодня. Заходите ко мне в гости и учитесь создавать красоту своими руками.